вы очень любите влоги, я решила заснять новый влог. Всем привет! Время 12 часов ночи. Я ничем не занимаюсь. Во-первых, мне нужно выпрямить волосы, потому что я думаю, что мне завтра будет явно не до этого, а завтра будет такой праздник у наших родственников. И типа вот так не очень. Видите, типа у меня кудрявые волосы, ну как кудрявые. Вот тут они почему-то кудрявятся, тут типа прямые, а тут кудрявые. Это странно. И в общем-то, я не знаю, что я сейчас буду делать. Я не ухаживала, кстати, за своим лицом. Нужно бы это сделать. Я пришла вниз ухаживать за своей кожей. Ну как? Мне просто надо умыться. Ну, в общем-то, я умываюсь вот таким вот гелем от Mary Kay. После того, как я умылась, я наношу вот этот вот тонер, который уже заканчивается. Я хотела в золотом яблоке заказать тонер от Косвокер, минус 2 градуса. Но пока я думала, решалась, его уже нет в наличии. Поэтому я не знаю, что я буду покупать. Как-то так. Ой. Время 2 часа ночи, самое время покушать. Я заварила себе кимчи. Я не знаю почему, как всегда, когда в наборе есть вилочка, я ем именно ей. Я не знаю почему. Я уже покушала, и сейчас самое время помонтировать это видео. Девочки мои, я помонтировала видео, и знаете, что мне надо идти выпрямлять волосы, а я не хочу, просто не хочу. Я, кстати, уже все в порядке, вам не больно? Я покушала бой, она одну палочку съела, а другую оставила на завтра. Я обычно так никогда не делаю, но сейчас сделала. Короче, надо идти выпрямлять волосы, время где-то 3, наверное, да. Там, кажется, просветлеет на улице. Ну, ладно, раз я встала, надо идти за утюжком выпрямлять волосы. Не, опять свои любви. Мне ничего не нужно, только плачь. Слезами напиши. Та-та-та-та-та-та, свои любви. Мне ничего не нужно, только плачь. 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 Сегодня днем я просто ходила. Даже не ходила, я просто лежала. Сейчас же 3:30. Плачь, слезами опиши иронию опять своей любви. Мне ничего не нужно, только плакать. Я уже почти доупрямляла свои волосы. Вот. Поэтому завтра мне нужно будет только накраситься и одеться. И выбрать, что одеть, потому что я еще не знаю, что я одену. Всем доброе утро, я проснулась в 11, почему камера такая грязная, я завтракаю Буэна, и я легла в 5, и сейчас мы поедем за подарком для малышей. И чё, классно? Мы очень долго выбирали подарки, в итоге взяли машинку, набор аптечка и развивающую игрушку. Навал дыр, чтобы забрать мамин кроссовки. Вот. Купили подарки детям. Это моя машинка. Скажи, куда? Ага. Время 1:30, в итоге я решила не ехать, потому что, во-первых, я не успела накраситься, во-вторых, у меня очень болит живот, и, может быть, я вечером к ним приеду, но это не точно.
Вот. Стало лучше. Я тут обклеивала свой ежедневник наклеечками. Если хотите видео о моем ежедневнике, я вам могу его снять. Вот. В общем-то, я сейчас снимала видео для Инстаграма, для истории, типа мой макияж. И в Инстаграме появились 60-секундные истории. И вот, когда первый раз я попробовала, у меня получилось. И была типа одна сплошная 60-секундная история. Сейчас же хотела выложить 40-секундную историю. И знаете что? Она мне разделилась на три части. Я просто ненавижу, когда я снимаю какое-то видео в Инстаграм, да, в историю. И оно у меня получается на секунд 20, и оно делится на две истории, и меня это бесит. Почему у меня не работает эта функция 60-секундной истории? А? Вот так вот оделась, под низом у меня вот такая вот футболка с мишкой. Мы приехали домой. Мы уже приехали домой, и я тут занималась такими делишками, взяла свои фломастеры из Икеи, вот эти вот блокнотики вытащила. И сейчас я вам покажу, что я делала. Я закрою. В общем-то, я делала вот такую вот прикольную штучку. Хотела всю страницу просто вот такими квадратиками заполнить, но заполнила вот так. И вот этот блокнот. Прикольный, да? Красивый, мне нравится. По идее, это просто блок с вот такой вот силиконовой обложкой. И вот так вот тоже получилось. Не знаю, мне заняться нечем было. Я решила вот так вот порисовать, можно сказать. Или так нельзя сказать, что я рисую. Сейчас надо это убрать. Я, кстати, крашу свою картину уже. Тут осталось вроде бы совсем чуть-чуть. Знаете, единственный минус эти ужасные краски, я не могу их открыть, поэтому заканчиваю разукрашивать. А так я бы давным-давно ее бы уже разукрасила, если бы не эти дебильные краски. Предыстория к следующему кадру. Еще днем я придумала связку контемпа. Еще я на полу танцую, и у меня очень болят колени из-за того, что они без наколенников. И я решила делать самодельные. Смотрите на мои ужасные колени уже от того, что я танцую контемп, и у меня не получается еще. Я носки надо попробовать. Носочки. Берем носок. Ну, по идее, лайфхак сработал, только нужна не вот такая хляблая резинка. Я сейчас снимала новую связку. Капец, у меня колени, это какой-то ужас просто. Вот и сейчас время. Почти сейчас ночи. Я сейчас пойду смыть макияж, потому что я так его и не смыла, так что идемте. Все, я умылась, нанесла уход, и сейчас буду ложиться спать, встретимся с вами завтра. Пока. Всем привет, с утра я вам ничего не снимала, мы уже в городе. Зашли в магазин со спортивной одеждой, и сейчас заезжаем в АДК. Мы пришли в Нью-Йоркер, я померила такую розовую футболочку, такую черную. И взяли вкусняшек, клубнику в шоколаде, чизкейк, и я взяла себе вот такой вот бабл ти. Мы приехали поужинать в Лафесту, правда, мы уже все съели, кроме пиццы, поэтому не буду вам особо что-то показывать. Мы, кстати, еще ели стейк, мой любимый. Я делала свои новые вещи. Мне так нравится, это комната прям. Мы идем гулять. Ребята, мы уже дома. Я приняла душ, точнее ванну. Такой кайф просто. Я обычно не люблю мыться в ванне, потому что там либо очень-очень жарко мне становится, что аж становится плохо, тошнит, либо очень холодно. Это просто за 3 минуты помыться и быстрее вылезти из этого холода. Сейчас хочу сделать масочку, но так как я еще буду снимать в Инстаграм, я буду снимать вертикально. Так что вот.
вкусненько пахнет. Такой. Ну и на этом я заканчиваю свой влог. Так что если тебе он понравился, то ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ну я тебя очень люблю. Пока!